как посмотреть, кто прописан в вашей квартире и, соответственно, снять с учета, если вы хотите кого-то снять. Вы должны быть владельцем квартиры. Также есть две формы собственности. Это совместная или индивидуальная. Так, продолжаем. Заходим в гражданство, миграция, миграция. Регистрация населения, снятие регистрационного учета. Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан. Здесь мы посмотрим, кто прописан у нас в квартире. Нажимаем дальше «Заказать услугу онлайн». Выбираем область, где именно находится ваша квартира. После у нас выйдет список недвижимости и выбираем свой объект. После выбора объекта мы видим вот то, прописано у нас в квартире. Теперь для того, чтобы снять с квартиры, выбираем нужного человека и нажимаем. Подписываем электронной цифровой подписью. Это второй файл всегда будет, RSA. Вводим пароль. Нажимаем «Открыть» и «Подписать». Нажимаем «Обновить статус». После обновления вот мы видим ожидание согласия. Значит, это собственники жилья. Получается, два человека. И нужно будет согласие обеих. Теперь что мы делаем? Заходим с помощью ОЦП в личный кабинет второго человека и оттуда подтвердим согласие. Снова нажимаем «Войти» и выбираем ОЦП второго владельца квартиры. Тоже выбираем файл «Аус», вводим пароль. Нажимаем «Открыть» и «Подписать». После авторизации в правом верхнем углу нажимаем вот стрелку вниз. И здесь есть история получения услуг. Заходим туда. Здесь мы видим, вот, запрошено снятие с регистрации по месту жительства. Открываем сообщение. Мы видим здесь вот сообщение. Нажимаем «Согласовать». И выбираем электронную цифровую подпись. Выбираем сертификат. И нажимаем «Подписать». После вышел выполняется процесс согласования. Заходим на статусную страницу и нажимаем «Обновить статус». Запрос обработан положительно. После проведения всех услуг вы можете зайти в историю получения услуг. Сообщение «Уважаемый такой-то». Уведомляем вас о том, что такого числа по заявлению собственного жилья вы сняты с регистрации по месту жительства. Получается, прописки.